Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Продолжаем вязание бактуса калейдоскоп, четвертая деталь. Ну, тут все очень просто. На первых трех деталях мы с вами отработали технику вязания, вопросов уже, наверное, никаких и не возникнет. Первая часть слева, правая часть, вторая часть справа, набираем 70 петель. Надеваем на 70 петель протяжки от закрытия петель и провязываем. Слева мы закрываем петли, справа у нас частичное вязание. То есть деталь пойдет уже под другим углом, наискосок, по уже знакомой технике, которую мы вязали первые две части. Вот таким вот образом у нас пойдет уголок. И со второй части, со второй стороны, соответственно, также. Берем следующие цвета, соответствующие тому, той части, которую будем вязать, и провязываем четвертую деталь. После провязывания четвертой детали наш бактус выглядит вот так.